Ну что ж, уважаемые, на том же месте, в тот же час. Вы так этого просили, что мне пришлось это сделать снова. Рум-тур, вторая часть. Я должен сказать, если кто-то думает, что с того момента, как это все было снято в первый раз, что-то сильно поменялось, к сожалению, нет. Плита все так же прекрасна, посуда все так же не помыта. Ну, единственное, я себе сушилку купил. В ванной у меня новая шторка. Ну а туалет все так же прекрасен. Да ладно, ладно, я знаю, что вы здесь не ради этого. Погнали смотреть мою новую комнату. Ну что ж, уважаемые, добро пожаловать ко мне домой. И давайте начнем с того, что вы и так часто видите на экранах своих мониторов или телефонов. Это задний фон стримов, так называемый гостевой диван, где стоит портрет Рика и Морти и все возможное. Также сверху висят мои любимые друзья. И мы тут же с вами переходим в гардеробную, соответственно. Вот он шкаф, там внутри вещи, я даже могу вам открыть, показать створку. Соответственно, рубашки, не рубашки, куртки и так далее. Тут что-то навалено, я даже не помню, когда я это последний раз надевал. Потому что обзор футболок должен подъехать совсем скоро. А знаете, что нам с вами нужно сделать, чтобы перейти на кухню? Правильно, просто приподнять взор. И тут же мы с вами попадаем к лучку, к чайку, к кофе, греча, масло, специи, все что угодно. Все, что хочешь, все здесь есть. Ну ладно, кухня это кухня. Давайте попробуем перейти к рабочему месту. И для этого мы просто поворачиваемся. Вот она моя обетованная, где мы с вами стримим, где мы с вами монтируем ролики, сидим, болтаем и делаем все, что только можно. Итак, если кому-то интересно, мышка HyperX Fullfire Dart беспроводная с ковриком HyperX, клавиатура Alloy Elite 2 HyperX, монитор AOC 24 дюйма, монитор LG Ultra Gear 27,5 дюймов. Если вам было интересно, как выглядит подставка, с которой я снимаю, я специально поставил старый телефон. И с помощью вот такого нехитрого движения я сажусь и начинаю себя снимать. Соответственно, прямая лампа. И вот мы с вами перешли к правильно, к моим любимым очкам. Как вы можете заметить, зеленые, фиолетовые, черные, синие. А, привет, YouTube. Тихо! Красные и желтые. Здесь, соответственно, куча всяких кабелей для того, чтобы просто, ну, сучек, ну, вы поняли. Короче, кабеля всякие, бинокль декоративный висит. Ну и, собственно, все. А вот это вот, друзья... Это та штука, которая обошлась мне в 300 тысяч рублей. И если кому-то интересны его характеристики, то, конечно же, они сейчас появятся у вас на экране. Тут же справа от него у нас прихожая, место для тапочек и старый компьютер. Кстати, кто-то хотел его купить, реально отдам за десятку. В первом рум-туре есть его характеристики. Здесь же швабры, фигабры, и, соответственно, мы теперь переходим к одному интересному. Вот эти цитаты я выписывал постоянно себе, чтобы быть продуктивнее. Будь одержим или сдохни. Ну, здесь дальше ничего особо интересного, просто стена с наклейками, с моими рисунками, с моим портретом. Мистер Мисикс из чудесного сериала «Рик и Морти», самая популярная киберспортивная карта и так далее, далее, далее. Как вы можете заметить, Counter-Strike головного мозга. Ну, и теперь я готов с вами отправиться. Пару слов о стуле, просто офисный стул, называется «Бюрократ». Ну и теперь самое интересное... Давайте посмотрим на мою новую спальню. Та-дам! Двуспальная кровать. Кстати говоря, вот это Лея, а вот это Хрю. И он вам машет. Привет, Хрю, привет. Каждый раз, как на него не посмотрю, он всегда рад меня видеть. Ой, подожди, что это здесь? Телевизор. А на нем Инстаграм и Ютуб. Надеюсь, на YouTube ты и так был подписан, а вот на Instagram можешь подписаться. Кстати, было бы здорово, если бы ты написал, сколько сейчас у меня подписчиков, потому что я уверен, что цифру в 11 тысяч мы скоро подправим.
Ну да, кстати, здесь еще написана вот такая интересная штука, блогер 800к. Посмотрим, сколько будет совсем скоро. Но да, вы правильно поняли, я купил себе новую кровать, то есть теперь нет двуспальной кровати, я повесил классную штору, которая была, и повесил телевизор, чтобы вечерам вот с этого маленького своего ноутбучка, дружка, смотреть просто какие-нибудь фильмы, ютубчик и так далее. Ну и осталось совсем последнее, осталась микроволновка с холодильником, ну а в холодильнике, как у любого уважающего себя человека, у меня помидоры и пивко. Но знаете, что действительно выглядит хорошо по вечерам? Правильно, моя комната в вечернем свете. Комната обычного человека. Комната стримера и блогера. Ну, на мониторах, как и всегда, как и должно быть, конечно же, КС. Девайсы светятся. За спиной огоньки, которые успокаивают зрителей на трансляции. На экране умиротворяющий камин, а в углу комнаты напоминание своего никнейма. Ребят, хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто проявляет инициативу, интерес и все еще есть на этом YouTube-канале. Люблю вас! Этот ролик был для вас, а пока что можете посмотреть, что там было до этого. Да и вообще, ну, YouTube давайте возрождать, согласитесь, здесь все-таки приятно. Кстати говоря, здесь поступила новость, что Twitch, возможно, скоро закроют, так что трансляции на YouTube будут, и, возможно, даже идет прямо сейчас, посмотри! Хорошего настроения! Спасибо, что посмотрел, слушайся маму и мой руки с мылом, удачи и пока-пока!